Добрый день, уважаемые подписчики канала Рускар. Сейчас мы уже третий день находимся на озере Байкало, Завидово. За эти два дня нам удалось поймать около 8 рыб. Самый большой карп весом 18 килограмм клюнул вот этой ночью, так скажем, не ночью, даже ближе к утру, в 4 часа. Вот этот вообще гигант потянул на 18 килограмм. Мы его взвесили, не успели, решили на рассвете сделать качественные фотографии, решили его посадить в мешок. Вот, и не успели его посадить в мешок, как уже паровозит среднее удилище, и мы вытащили еще одного карпа на 12-100. До этого у нас было два амура, один на 7-100, другой на 8-100. Вот, сейчас у нас около 12 дня. Сейчас я буду производить стандартный закорм точки ловли, вот, и перезавоз удилища. Сейчас я немного расскажу о своей прикормочной программе. Значит, в основу я кладу резанные бойлы Ричардс, значит, клубничный джем, ананас и белый нектар из серии Тайпер, тоже Ричардс. Это я использую Тайпер 20-ки, тут по 15. Это новая серия, в принципе, мне нравится, что они сделали, какую новую партию выпустили. Дальше я кладу в свою прикормку два вида перцев от Сисимур. Это Одиссей и Эквинокс. В принципе, по, так сказать, по последним рыбалкам я понял то, что эти перцы, наверное, они такие самые оптимальные и самые лучшие. Но мне они больше всего нравятся. Вот Эквинокс я уже использую несколько лет. Перец. Дальше я кладу в свою прикормку непосредственно ферментированную коноплю, зерна конопли, и приправляю это все вареной кукурузой. Я сварил кукурузу и забрасываю эту, так сказать, прикормку. Вот, и дальше вишенкой на торте являются ароматизаторы. Это клубника от Ван Дафф и черная смородина от Ван Дафф. И еще по желанию, я вот добавляю, чтобы было больше мути, я добавляю еще сухое молоко. Вот, вот на последнем вечернем закорме она, рыба очень хорошо от нее, ну, на нее отозвалась, мы поймали там два амура. Вот, по прикормке, в принципе, это все. Итак, подходит к концу наш третий день рыбалки в Завидово. Могу сказать то, что ситуация к настоящему моменту просто потрясающая. Мы поймали, помимо вот этого карпа на 18 килограмм, мы после него поймали на 12-100, а потом наступил день, и в 16:50 случилась поклевка белого амура на 9-200, как показали весы. Вот. А потом, уже ближе к вечеру, наверное, в районе 6 часов, в районе 6 часов мы вытащили зеркального, потрясающего зеркального, чешуйчатого карпа на 17 килограмм ровно. Вот сейчас я хочу рассказать немного о насадках, на которые у нас случились эти поимки. Вот, значит, ну, естественно,
Мои любимые — это клубничный джем, плавающий, 14-й от Ричардс, и ананас тоже от Ричардс, тонущий. Вот такое потрясающее сочетание дало нам максимальное количество рыбы. Я уже на самом деле не знал, что делать, потому что бойло кончается, страйбери джем, вот. А как бы клюет только на них. Я начал экспериментировать, и вот в прошлом году на 16-м секторе я поймал рыбу на вот такое сочетание, значит, плавающие бойлы 14 мм от Sisimur Diary Supreme. Это такой, они имеют такой молочный запах. И тонущие 18-е Essential Fish, ну, рыбные эссенции от Mainline. И вот в таком сочетании они дают максимальный результат. Вот карп на 17 килограмм был пойман как раз на вот эти вот бойлы. Вот. У нас еще впереди ночь. Сейчас я отправлюсь на вечерний закорм точки. Вот. И надеюсь, то, что нам все-таки удастся поймать Зосю, местного карпа. Поэтому пока ждем. Сейчас я хочу рассказать о составе стиковой смеси, которую я приготовил на эту рыбалку. Значит, в основу я положил три вида бойлов, 14 диаметра ананаса от Ричардса и клубничный джем тоже от Ричардса. И сверху я еще добавил бойлы белый нектар тоже от Ричардса серии Тайпер. Всех я их в круше перемолол, сыпал в специальную емкость, и потом сверху я еще добавил пелеца, тоже можно его и покрушить, и целом добавить. Это я решил попробовать Source от Dynamite Bait 4 мм. Приправил я это все потом, значит, жидкостью для стиков как раз от Ричардс, запахом клубники. Вот, все это хорошенько перемешал, сделал пару конфеток, и уже эти конфетки я непосредственно на каждой рыбалке, вообще вне зависимости от смеси, от состава смеси, я приправляю еще вот таким байт-смоком от Ван Дафф, тоже со вкусом клубничного джема. Доброе утро, уважаемые подписчики! Прошла последняя ночь нашей четырехдневной рыбалки в Завидово. Она нас, ну, особо рыбами не побаловала. Произошел всего лишь один паровоз на клубнику и ананас, и мы вытащили чешуйчатого карпа на 12 килограмм ровно. Отпустили его, сфоткались, естественно. Вот. Я хочу сказать, что на этой рыбалке я перепробовал, вот, днем особенно экспериментировал, очень много разных бойлов. Но вот основными остались вот этот клубника, клубничный джем и ананас от Ричардс, и вот этот Diary Supreme Pop-Up от Sisimura вместе с сочетанием Essential Fish от Mainline. Я очень много пробовал различных вкусов от Elka Baits, потому что я этой зимой был на выставке, вот, приехал только ради них туда. Вот, накупил там много разных вкусов, компот. Потом там еще мне посоветовали бойлы, значит, кислота с ананасом, он так называется. Потом их не бойлы, на которые был установлен мировой рекорд. Вот эти, которые пахнут типа кукурузы, по-моему, они так и называются корм. Вот. Значит, потом дальше, страйбери, клубника обычная. Вот эти я взял потом мини-бойлы слива, плюм. Вот, но много я их перепробовал, комбинации всякие, комбинировал их, но почему-то вот тут в Завидово на Elka Baits ничего, вообще полный ноль. Вот, в Улово, когда я на них ловил, вот в прошлом году, в позапрошлом, стабильно на них шла рыба, а вот карпа на 11 килограмм я поймал как раз на компот. Я забыл, какой там поп-ап был, тоже от Elka Baits сочетание, вот. Но вот
в сентябре этого года я отправлюсь еще раз в Улово. Вот, и надеюсь, то, что там еще конкретно протестировать эти бойлы от Элька Бейтса. Я думаю, все будет хорошо. Ну, это как завидую, не особо много вкусов, на которые клюет. Поэтому так вот, я хочу прощаться с вами. Через часа два мы покинем озеро Байково. В принципе, итоги вот такие. Мы поймали 117 килограмм рыбы в сумме. И где-то, по-моему, да, 10 хвостов. Самый крупный потянул на 18, потом на 17 шел, и потом 2 по 12, и на 4. Вот, и потом все шли амуры. Мы рыбалкой очень довольны. Она превзошла наши все вообще ожидания. Ну, до скорых встреч!